Профессионально-техническое училище номер 8 в поселке Козлово Калининской области готовит механизаторов широкого профиля для сельского хозяйства. Будущие механизаторы изучают сельскохозяйственную технику, овладевают специальностями тракториста, комбайнера, шофера. Почти 20 лет преподает в училище Анна Федоровна Алехина. Опытный педагог, она награждена орденом Трудового Красного Знамени. С этого года в ПТУ номер 8 введено среднее образование, и вместе с дипломом об окончании училища воспитанники будут получать и аттестаты зрелости. Козловское профессионально-техническое училище уже подготовило около 14 тысяч специалистов. В скором времени еще 400 его воспитанников придут на работу в колхозы и совхозы области.